Oh, Tepco, my God. What's he going to do? Susie, it might have been intentional, too, because now Tepco can't slide. That wave is like suicide attempt. He's like, I'll kill you or my tank blocks you from sliding. Well, Tepco is out of rounds now. He's going to run away before Little Mac can get to him. This is so funny watching Little Mac chase a tank destroyer. Like, watch this. 3 damage on that one. Oops. Opalisk, you mean? Yeah. Off screen, Batman does go down. And Opalisk is just like, hey, I wanna come back, get back here, Little Mac. I'm gonna hit you. Whoa, look at that skidding action. Oh, this is like Tokyo Drift. И тут же группировка, как некий брет, они группируются, идут в контратаку, они пойдут на штаны, выезжают Е-50, и все, правильно, идти, танковать, давить. Маловато техники, максимальный урон, надо ехать далее, надо таранить, и Dead Zone очень сильно проседает, можно упасть вниз далее и раздать все, что ты нужно можешь. Нужно Dead Zone забирать, все, минус Dead Zone, его там зажали, разломали пополам Dead Zone. Но нельзя, ни в коем случае забрали, не обращать хорошо на него внимания, Dead Zone еще успевает сделать минус, при этом есть флуки, и надо срочно его тоже минусить. И сверху, вы обратите внимание, погибает следующим. Крукс пытается ворваться на хоть горит кого-нибудь. Что это такое? Некий брет попадает во второй раз в одну и ту же ловушку. Он просто сейчас будет выхватывать очень больно. И просто вот хоть бы шотик бы сюда вот дал. Сразу же контр-выезд. Но, по-моему, зря это вот сюда влезли парни. Очень подставился. Т-30, мяч ваншотный. Разбирают ВТЕ-100, ой, что там, сломали ствол ВТЕ-100, и сейчас... Да, тут просто нереальный дэмэдж залетает по всем игрокам команды RockSkiz, остается тут Авл, да, он танкует на соточке, но его уже поджимают. Честно, я думал, по пассивнее сыграет команда HellRaisers, а они... А там артиллерия накидывает 1600 урона по 113. Плюс 600, там 2 с чем-то они, по-моему, накинули, это капитан команды HellRaisers. Великолепный шанс у RockSkiz, 2 башни сломаны у техники Роксов, кто-то стоит на гусле, у кого-то поломаны баки, полыхают, минус БК у Авла. Базу-то нужно сбить, базу поздно, не успевает, секунды не хватает. Там сами HellRaisers пошли наступать на своих оппонентов, понимая всю проблематичную ситуацию. Получает слайд, Рина, страйк, хорошо действует парни. Грифон сейчас очень жестко въезжает, хотя, подождите, пока еще выживает. Минус слайд, неплохо. Тут минус артиллерия, сразу же мы видим вторым темпом. У HellRaisers очень большие проблемы, очень много очков прочности они потеряли. Пытаются перестреливаться, но тут уже, по-моему, дела плохи. О, фаситер выхватывает фугас, мне очень много дэмэджа, пытается отстреливаться Сайленс, но тут есть минус танк, это там неплохо. Там не фугас, Сайленс. И там просто его так разорвали. А нет, там фугас был. Он там дал снаряд. 2 шота, да там, по-моему, 3 просто развернулись строя и начали его ломать. А куда 113 идет? А здесь снарядов-то уже нету у одной из ВТ. А вот у другой-то есть еще 2, и ФЛВ и это закончится. Заберут. Ну уйдет ли? В фазе не уйдет точно, его забирают, а вот может второй ВТЕ-100 уйдет. Отыгрывает от башни пока вокруг своего советского собрата, и можно продолжать в том же духе, на гусле стоит, можно добирать, отлично. Пайкат, делай минус, да, они делают минус, они переворачивают бой, здесь же 2 танка остаются. Вейл в центре ваншотный погибает, Вейл в энтлайн пытается контратаковать, но здесь фуловый СТ-1, что происходит, Пента, почему остановились? Ой-ой-ой, колмитидоров, что происходит, как он получает много урона, но неплохо, вроде бы здесь еще и парни раздают по Джону, Джона можно забирать, хотя Пётр погибает, есть минус Джон Корлеоне, но это уже поздний минус, погибает Карман, Never Give Up получает одно пробитие, второе, у 50B 2 снаряда, ваншотный Never Give Up. На центре, сколько дэмэджа, минус еще Call Me. Сейсу можно попытаться забрать, 90-ик сзади работает, приехали 2 фуловых СТБ, тут пушит Мэна по гейс, получает Dead Hunter, Max Bad, ну все, пошло, мясо понеслось. Нужно лопнуть 2 танка, 2 танка взорвать. Забрать Сейсу, забрать Red Eye и пилота, первый пошел. Пропустите, мэн, подпер Фулсгардена. Фанат выезжает. Ну, давайте, брейншторм, такой раунд, надо как-то отыграть 2 в 2. И мэн забирает шута, фанат 1 и брейншторм смогли, да? 1-1. Паблус, УВН как раз отличный для того, чтобы Спартачку накидать. Спартачок может получить еще разочек, Паблус. Еще дважды раз скидывает. И еще гусля. Раз гусля. Да, это минус Спартачок. Да, да, попался. Да. А ну-ка, давай, Симпл. Умрешь и так здесь, дружище. Нужно выдать просто свой барабан. Хорош. Еще шот. Ну, куда? Ну куда? Ну тут пытается уйти и дать. Да, да, как такое может быть? Его раньше Шайтаныч заряжен будет. На долю секунд, на секунду 2. Да, и... На долю, а поболее там. Раз. Он два, даже 2 раза кинет. Вот 2, и только тогда заряжается Максон. Даже на третьем зарядился. Что-то вообще жестко. И арта, давай, Денчик! И потом будет 1-1, КВ-4 арта, я бы там, наверное, арту... Арта КД, все. Все. Шайтаныч, давай в лоб, дружище, аккуратненько, на первой передаче. Медленно, верно. Еще шот у Максона остается, последний. Минус. Не пробил! И Максон заряжается раньше.
예쁘죠? 네, 이제는 발견이 됐고 바이백! 바이백이 보고 있어요! 바이백이! 오! 바이백입니다! 바이백! 만약에 더 올라오게 되면 잡고 빠지면 가장 좋은 그림이죠, 다크홀브즈는. 자, 보일 텐데요. 이제 이 이거 그냥 이 잡는 게 넘어가면 이제 보일 텐데요. 자, 봤어요, 스팟 봤어요? 봤죠, 봤죠? 잡는 게 낫죠? 스팟 대잡이다. 오, 근데 유유유유 튕겨냈고 네, 뒤쪽에서 주워 바샤 티웅이! Ой-ой-ой-ой-ой, Зиг погиб. Жив до сих пор. А тут уже снаряды закончились. Посмотри, ВТшки здесь нету в центре. Вот она бы сейчас, вот только сейчас ВТшка. Раз, два, три. Есть третья, пробитие. Минус так, Си, четвертая. А там не топ-ган же, да, нет, там пятый будет. Там по 500 влетал. Сейчас две гусли и победа. С вертухи одного, потом второго. Выход. Но. Да, раз. Не знает, где он. Ах. Сова, ой-ой-ой, а сбить-то, парни, Ливан попробовал! О, захват может пройти! Некому сбить, некому сбить! Нуки мчит, Нуки мчит! Некому сбить, все, победа! Победа кунг-фу! Победа кунг-фу, кунг-фу! Да, победа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это суицид, посмотри по времени, у нас еще 2,5 минуты. Даже если сейчас собьют захват базы, а его вроде бы сбивают, да, сбивают захват базы, то танков и ХП не хватит. Камайка уже нет, здесь нет Джареда Лето, тут все, Ренадер также, до свидания. 50 Б на счет убегать, да здесь времени еще целая куча. А здесь-то драка, посмотри, насколько лучше у Вомбатов. Потому что у них скорострельная техника, ее больше. И заезжают, по сути, в окружение парни из Стронг СИЭМ и СТБ. И 140-й здесь ничего не поделают. Правильно, он хочет просто отдать шот, разменяться по шотам. И неплохо, кстати, у него получается. Дримлайк выдает урон, проседает очень сильно. Команда Расти Ростер в этом переулке не ждали. Они просто из-под воротни такого. И Креспикс начинает раздавать барабан. Диатор в свете, он уже дает шот по Коле. Аннигилятор кдашит барабан по 54-ке. Будет минус Кола. И также по Джасткозу влетает еще АТФК Динамо. Ребят, это едут, а Креспикс, возможно, не успеет присвестись. Нет, он уже готов давать отстрел. Хелфиш получает очень много урона. Остается шот на 57 хп. Отправляется в ангар. Бадди и Ноботи выезжают. Дримлайк, возможно, попытается еще и засейвиться здесь. И он заезжает за дом. Отлично отыгрывает здесь чех. И три ИСа просто отправляются в ангар. Выезжают вперед. 140-й, два чеха с 54-ки на 113-го. Тут уже потянулся сзади ТВП, но он не успевает отработать. Есть мгновенный минус. 113-й дальше. Пассиста и Панарцин. И Фига на очередь. Чех успевает доехать. Фига отстреливается, уходит сразу же в КД или нет. Или будет еще реализовывать один снаряд. Тут Басиста разворачивает свой ствол. Ждем артиллерию. Пока получает у нас Камайка, Angel Killer. Angel Killer ваншот, не минус Angel Killer. Латенсер делает минус. Хорошая работа от Латенсера. Фулсгарден живет. Посмотри, он по-прежнему жив. И он еще и делает минус. Царюга Фулсгарден. Пору наунео. О. Иго сейчас E5를 먼저 잡으면. Да. Да. О, 그런데. 여기 위치가 200이 먼저 도가도 문제고요. 아, 이거 잡고 잡고. 자, 200 잡아야 돼. 200 잡아야 돼. 200 잡아야 돼요. 200. 마우스는 아! Initially, but object 140s are just very oh focus my fire. God. That was some focus fire. Oh my god. И за Димасичком погоня, если есть, то хоть чуть-чуть здесь как-то продержится хоть секундочку. Димасичку нужно жахнуть было в бэху, но он уже не успевает, и Димасичек просто погибнет сейчас. Нужно жахнуть, и успеет ли, не успевает. Откатывается Роксы, Авалу немножечко достается, Акирыч уже второй шот скушал, по кому фокус, по колесоиду, колесоид спрятался неплохо. Джаз, до свидания, сейчас отличная, будет, но успел отличная одного работа от Виплей, посмотри, они так хорошо выходят здесь в центр карты, плюс Медвед очень точно отрабатывает по каждому из танков, они забивают только коллапса, потому что знают, что он в КД, и разбирают сейчас ту технику, у которой нету барабана, это Леопарды, ну и ТВПщики, у которых быстрое КД. Ну, правда, тут кто-то не доработал. Да, равное мясо, еще, вообще, жесткие, да. Жесткая драка на центре. Смотри, Араксида дальше идут, здесь уже команда съехала захвата. Куда вы влезли под все стволы? Ну, наверное, в надежде на то, что там ТВПшки уйдут на КД. Так ТВПшки... они уже почти заряжены. Да, Джаз, смотрите, он уже заряженный. ТВПшка не фокусят. Все, работа. Подключаются ТВПшки и просто толпой. Плюс Булка тут постоянно наваливает, посмотри. Ну вот, все, выход пошел у французов. Забили просто, что под Е4 выходят, идут воевать просто в Махач. А тут их могут и подловить. Неплохо в Толича отработали. Ирина достается. Держится французы. И седьмой уже приехал вовремя на помощь. Левша и Страйк помогут. Смотри, как нагло. Как вот нагло. Все правильно, это контра Е100. Опа, как мы тут оказались. Здравствуйте. Дружище, получай, Страйк. 5%. 5%. Ну, смотрим. Супер контра, ну а что дальше? 90-ик не уйдет, да и черт с ним, Е100-го забрали, тут и софы, давай двоих, ломай, 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 ребята, и спрайс, вот это вот я как-то люблю. Как-то пробитие пока маловато.
Но не получают просто со всех сторон. Макс Бет уже пол хп нету. Монти уже перевелся, будет готов делать выстрел. Выстрел, попадание по Total Besту. Total Best шотный. На тысячу сразу уже вылетает от Монти. И да, убивают один танк, но при этом вы посмотрите на хп. Уже 2000, 3000 проигрывает команда LoL Team. Едут далее, танки пока еще есть. Есть минус один, Эскви, отличная игра. Не Рью. Но есть слайд, который поехал вперед. И стоило бы остаться, никто не контрит ЖД. Тут выезжает слайд и начинает сбивать по всем танкам. Ну, кстати, второго попадания по нему не проходит. Всего лишь два урона нанесли. Третий выстрел был мимо. И сейчас они выходят из окружения. Правильно действуют Анатолич и Левшу. Круто играют лолы. Сейчас они должны сделать минус два здесь, на этой узкой улочке. Там ВЗшка и ФВ должны сдержать вместе с Вафлёй на еще вот эту атаку команды Нави. И Анатолич тут просто скорее надо тушить. Левша очень долго живет. Команда Синерджи простоят Диадор. Диадора просто кушают. Сейчас Диадор должны забирать. Диадор живет. Диадор минус. Дальше аннигилятор. У Варсина мало хп, забирают аннигилятора. Преимущество в два танка, отыгрывают один танк. Получает Ворсик, Ворсика можно разобрать. Ворсик живет, неплохо справится. Подъезжает позднив, его прячет, хэппи бабу можно забирать. Пытаются оттеснять, но Джон Корлеоне должен добить Варсиана. И да, забирает Ворсика. 4-5. Они... Весь захват сейчас Леванта должен сбивать, иначе все тлен. Смотрим, есть фугас по трем танкам. И сейчас шотник просто свесится и расскажет одному, второму и третьему. Получается, Авел, ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо входят Роксы. Ну, посмотрим, но еще есть Упс. Тут непонятная контратака уже от Авла. Зачем он так сильно подставляется, когда другие тиммейты не могут отрабатывать по технике, но у них проседает. Но Авла должны забирать, не пробить, и рикошет, но у них уходит. Тотал вне драки, Тотал вне драки, не хватает одного танка здесь сейчас лолом. Но, тем не менее, все равно преимущество минимальное в один ствол. Это два матчпоинта, ребят. Не будем уже, как вот там европейские кастеры, поорать до последнего фрага. Все и так ясно, 7 в 1. Мы тут можем поржать немного. Ну и хорош. Сейчас он так жестко может здесь раздать справа 50Б. Наверное, проскакивать нужно Тоталу, если 50Б не накинет вообще. Да, Бэшка в другую сторону смотрит Тотал. Фугас! Фугас залетает, и может быть там крит был или что? Шайтаныч до сих пор в КД. Ох, какой минус. Врыв. Минус 2 от Тотала. Остается Бэшечка. Ей тоже не прошла супер альфа. Но есть минус вообще, супер барабан. И опять же, прикроют здесь Леванта Нуки. И опять же, начинается просто суицидальная атака от команды Nice One. И они могут даже не успеть сбить захват. 90-ка, 90-ка, срочно надо контрить со всех сторон. Огромная опасность. Нуки закрывают с одной и с другой стороны. И забирают один минус, но это захват базы. Миторий взрывается, получает очень много урона. Мериториус, это врыв от команды. Это врыв на центр, 49-ка не успеет подъехать, но нужно уже врываться прямо сейчас. Огромное количество урона, 430-й танкует и вливает в них урон. Но есть минус, танк неплохо отрабатывает по фугасу. Посмотри, формула откидал барабан уже на КД. Контратака, пошли в атаку Out of Range. Они выходят на двух Е-сотых, Дамнуса пытаются забрать. Дезек крутит своих оппонентов. Первый Е-100 отправляется в ангар, его забирают. Так оф Дезек пытаются превратить также в груду металлолома. И это удается сделать. Урон, видишь, двоих блокирует! Что он делает? Посмотри, два танка! Какой же два танка остановил! Сразу же бочат в ангар! 50Б начинает отрабатывать или нет? Все! 50Б! Это минус танк! 50Б, смотри, подъехали. Нет, один только подъехал. Дезек получает. Кир, все. Неплохо сыграно, команда Out of Range. О, хорошая попытка Out of Range на этой карте играть. 3000 на старте, друзья. Карман остается ваншотный, и Карман отправляется в ангар. Нет, они вторым номером заезжают и отдают, ах, отдают один танк просто в минус. Стой, дружка. Посмотри, они дальше пошли. Они убьют сейчас всех. Динги, что вы делаете, Стронг Сиема? Хантерзорд проседает у Стронг Сиема. Есть минус танк, при этом Динги бьют. Хаос, хаос происходит в бою. Сиема, выберите уже хоть один танк. Ой-ой-ой, здесь два танка. И посмотри, как здесь по-царски зайдет АМХ-50Б. Просто как король. На ходу забирает Мракора. По Халкнику нужно еще одно пробитие дать. И минус Халкник будет. Самвер. Что происходит? Тут вообще Гучу ловит Макмани. Вот это вот. Здрасте. Приехали. Просто давай. Смотри. Просто вот сейчас он еще разок промахнется. И все. Миша пропала. Просто отпускает чисто поле, он проезжает спокойно, без урона. Чех, слайд ловит, ловит Снегача, надо забирать Снегача, обязательно надо забирать еще пару шотов. Есть слайд, есть минус. Тоже могут цепануть жестко, это Грифон. Не пробить от Грифона, ой-ой-ой, с первого да, шота. Да, не попадает из сейса, тут надо отрабатывать по Грифону, и остается только два шота, и очень быстро надо забирать Монти. Остался еще двухшотный Монти, есть минус.
А там Паблус за свете, Паблуса можно забрать, но не попадает или не пробивает, не ясно, что случилось. Такси просто потерял свое ХП, стрельнул в Оби-Вана, и вообще какой-то просто выход, провал, все умирают, погибель в исполнении кунг-фу, отличный прием от Прайса, Паблус выживает. И самое главное, чтобы удержать первую позицию, нужно оба матча выиграть в основное время. Повеселил нас бабушка, Shadow Zone Soul повеселил нас, Леванта тоже неплохо ворвался во рту, ну и в общем-то... Подожди, он ждет еще один врыв, еще прыжок веры, да, Биобульт, да, да, да. Давай ты сможешь, просто уже загоняет. Кто расставит арту? Мочи, вот он врыв неплохой от СТБ. Хотя вот смотри, Денчик спускается, Рина еще не готов, он еще не заряжен, хотя там буквально доли секунды. Там еще секунд 10, Не-не, там секунда-секунда, да, он будет заряжен. Все, заряжен, уже может работать, но хоть не в ту сторону выехал Максон. Сейчас просто взорвется, скорее всего, ТВПшка, и тут начинается лютое мясо. Клима покусят, что происходит, Just Team, что просто же вы делаете? Тир. Это просто тир, друзья, выехали, как по аллее получили со всех сторон, поехали дальше, и в результате потеряли... половину хитпоинтов всей команды, друзья. Нет, по-моему, Тенсор... Да ладно, захват пройдет, Чипеня, неужели? Если убьет, не пройдет захват, он убивает и побеждает команда Brainstorm. Это нереально. Вы такого еще не видели, такой нереальной рубки, но при этом колесоид-то тащит, колесоид едет, сейвится вперед, 20 секунд остается, если он засейвится, это победа. Макс Бет перезарядился, у него есть фулл барабан и перелата каток! Гусля, каток, нет ремки, работает Макс Бет, Е5 далековато, сколько один шот, не добил, нет альфы, Е5 Дедхантер скинет или нет, походу скинет, да, вот это просто фантастика. Две секунды. Как просел Инсп, чуть не ушел в ангар моментально. Эвил Тренни проседает и отправляет его в ангар, команда Натус Винзера проседает и другие игроки, но тут не все ясно, еще равная ситуация по ХП, идет врыв и тут должны добирать через каток. Отличная игра от Леванты. Просел Ирина. Слайд. Посмотрите, страйк тоже двушотный, двушотный инспарер. 6-5% захвата остается. Смотрим. Надо рисковать. Попадать надо. Хорош, попадает Эл. Фугас! Это был фугас прямо сейчас в ваншот. Выходи, сбивай, родной. Нет, дает минус Штефан. Там есть объект. Рулезик не получается затаранить. Тут очень много шотов от Чеха. Прилетает взрыв и укладки от Крюкса. Друзья, это победа от команды Кнокебрёд.